Ребятки. Я не люблю коробки. Ты любишь очень длинные. Да. Все, Аня. Вот. Что? Я хочу огромную шишку. Давайте попробуем ладошки. Раз, два, три, четыре. Можно сказки начинать. Я хочу вам показать книжку. Когда я была маленькая, такая как вы, я больше всего на свете ее любила читать. А называется она «Лесные разговоры». И написала ее Ирина Пивоварова. Как я, Ирина. Как ты, Ирина, да. Вот. И в этой книжке, хоть она и тоненькая, есть три сказки. И все три я очень люблю. И все три я сегодня для вас приготовила и вам расскажу. Смотрите. Похоже на лес? Да. В нашей комнате сказок лес. И первая история – лесные разговоры. Целый день в лесу зеленом по тропинке я хожу. И с зеленым добрым лесом разговоры завожу. Скажи-ка, что ты шепчешь, зеленая трава? Шепчу я тебе тихие зеленые слова. Они росою пахнут и теплой землей. Смотри, не забывай их, всегда носи с собой. Что сидишь ты, ящерка, тонкая, как трещинка? Я вчера ходила в гости, а за мной шел мой хвостик. Но в пути он так устал, что отстал. Вот на камень села я, ящерица серая, и под лапу еловой хвост отращиваю новый. А вы кто такие? Свинушки. Свинушки? А где ваши ушки? А где пятачки и щетинки? Ну мы же грибы, а не свинки. Мы любим траву и росинки. И чистые любим корзинки. Здравствуй, лягушка. Где ты была? Ква-ква-ква, важные были дела. Утром ныряла в пруду, днем загорала в саду. Под лопухом в тишине съела я муху на ужин. А ночью спала на луне, которая плавала в луже. Точно. Вы чего засвиристели, Славки? Сойки, крастели, репетипи, типпипиц, репетиция у птиц. Стрекоза, куда летишь? Я туда лечу, малыш, где прозрачной тихой речке шепчет сказочку камыш. Ветер, ветер, где бывал? Птичьим гамом торговал, в облаках приплясывал, листья все подбрасывал. Днем улегся на траве, а проснулся на заре. А ты-то кто? Я филин. Я филин, простофилин. Днем я простофилин, а ночью просто филин. У него немножко... Что это у него вот такое? Это у него такие ушки, а это у него крылышки. Только одно крылышко, он, наверное, такой старенький, что... Подвернул? А нет, он махает просто вот так. Немножечко. Ребята, а почему филин простофилин? Днем я простофилин, а ночью просто филин. А днем, потому что он спит, ничего не видит. Хорошо. Мохнатые елки, откройте секрет. Ночью вам страшно в лесу или нет? Чего же нам ночью бояться в лесу, коль свечи мы держим всю ночь на весу? А какие у елок свечи? Иголки. Шишки, точно, шишки. Абсолютно точно. Так, где живешь ты, белка? В домике высоком. У облака под боком, у солнца под рукой. Заходи-ка в гости, дам орехов в гости. Поглядем на ветке вечерком с тобой. Скоро вечер, лес темнеет. Я из леса ухожу. И ношу с собой в корзинке шишки, листья, травинки. И лесные разговоры я с собой уношу. Пока нет, я тебе потом дам потрогать. Это не гусеница, это ящерка. Она из пластилина шарикового. Потом можно будет все потрогать. Она из шарикового пластилина. Ребятки, и знаете, вот в этом лесу стоит домик. И я вам хочу рассказать, это только не теремок. Я вам расскажу, кто там живет. Там живет ежик. Вы хотите сказку про ежика? Посреди лесной опушки
тихой маленькой избушке, под кустом под ежевичным, да под грядкой капустной, жил когда-то еж Ежович. Был он очень-очень грустный. Были в доме у него и тарелки, и подушки. Только не было дружка, только не было подружки. Он один мочил морожку, он один варил картошку, посыпал песком дорожку и гулял по ней один. Но однажды на замок заперешь свою избушку. Взял он ложку, взял он кружку, взял он хлебушку-горбушку и пошел искать дружка или верную подружку. Шел он, шел денек-другой, видит, домик под горой, дверь открыта, еж вошел, видит ежик, лавка, стол, а под лавкой в углу старый веник на полу. Здравствуй, веник дорогой, ты как я, колючий тоже? Мы подружимся с тобой, мы с тобой так похожи. Хочешь, веник, мы вдвоем в лес березовый идем, на зеленую опушку, в деревянную избушку, где трава, цветы, волнушки, где гуляют целый день ветер, солнышко и тень. В лес уйдем, легко сказать, а кто же будет подметать? Ох, рассердится совок, старый верный мой дружок, не могу с тобой уйти, нам с тобой не по пути. Видит ежик, на полке с краю щетка. Белая, зубная, к щетке ежик наш спешит. Здравствуй, щетка, говорит, а ведь мы с тобой похожи. Ты колючая, я тоже. Так давай с тобой вдвоем в лес березовый уйдем, на зеленую опушку, в деревянную избушку. Что же скажет мой дружок, белый мятный порошок? Как же он один на свете сможет зубы чистить детям? Не могу с тобой уйти, нам с тобой не по пути. На столе клубок лежит. Серый еж к нему спешит. А ведь мы с тобой похожи, ты колючий, я тоже. Из тебя клубочек, брат, иглы острые торчат. Так давай с тобой вдвоем в лес березовый уйдем, на зеленую опушку, в деревянную избушку. Что же бабка Настя скажет? Чем носки она довяжет? Не могу с тобой уйти, нам с тобой не по пути. Вот от горя сам не свой, серый еж бредет домой. Сяду я один за ужин, никому-то я не нужен. А навстречу, глядь, ежиха. Говорит ежиха тихо. Ой, хорош мой лес густой, только плохо в нем одной. А ведь мы с тобой похожи, ты колючий, я тоже. Так давай с тобой дружить и в избушке вместе жить. И пошли они в избушку, на зеленую опушку, где трава, цветы, волнушки, сосны, елки и лягушки, где гуляет целый день ветер, солнышко и тень. Хорошая история? Да. И они друзья. Давайте мы еще раз в ежиков поиграем, помните, в хороших наших. Сожмите вот так. А это две пока? Это пока две, осталось третья. Ну-ка, у всех ручки. Ежик, ежик. Кто там жил? А как вы думаете, кто пользовался веником, совком, клубочком? Наверное, какая-то семья, правда, жила в доме? Бабушка. Ну что, ежик, ежиколки, где твои иголки? Ой! Ежик, ежиколки, спрячь твои иголки. Ой! Ежик, ежиколки, где твои иголки? Ой! Ежик, ежиколки, спрячь твои иголки. Ой! Про кого же наша последняя история? Это ежик правда может прятать? Прятать? Там прятать нет, он может их делать гладенькими, а может их топорщить. А там заяц. Что? А мы сейчас будем слушать самые последние стихи про лошадку. Стоит в поле теремок, из трубы идет дымок, а на дверях висит замок. Ты замочек отвори. Сказку в гости позови. Стихи про лошадку. Одна лошадка белая, с утра до ночи бегала. Иго-го, иго-го, не забуду никого. Всех друзей я навещу, никого не пропущу. Навещу я бабушку старую лошадушку. Иго-го, иго-го, не забуду никого. Так, вот и к мышке прибежала. Прибежала и заржала. Здравствуй, мышка. Как делишки? Как здоровье? Как детишки? Ну, прощай, я спешу.
серой утки ухаживала. К серой утке прискакала, прискакала и зажала. Как живешь, соседка утка? У меня одна минутка. Ну, прощай, я спешу. Я к буренке ухожу. Вот. Ей никто ничего не успел сказать. Чина, никто ничего. Вот к буренке прискакала и буренку обняла. Здравствуй, милая буренка. Как здоровье? Как дела? Нет, я не присяду. Нет, не погощу. Я еще сегодня кошку и собаку навещу, а потом и бабушку, старую лошадушку. Иго-го. Не забуду никого. Я даже не успела как здоровье сказать. Ничка, так лошадка белая. С утра до ночи бегала, побывала у наседки, у овечки, у соседки, побывала у барана. Не забыла про козла, только к старой бабушке, к одинокой бабушке, к бабушке лошадушке. Так и не зашла. Почему? Устала? Да. А вот буренка, она даже не сказала садиться. Вот такая история. А правда, а почему вот эта лошадка бегала? Она белая, она все бегала да бегала. Правда, тут еще зверей обошла. А вот к бабушке, к одинокой бабушке, так вот и не зашла. И вы все правильно сказали. Она прибегала и что говорила? Здравствуй, мышка, как делишки? Как здоровье? Как детишки? Ну, прощай, я спешу, я к буренке ухожу. Здравствуй, милая буренка, как здоровье, как дела? Ну, прощай, я спешу, к серой утке ухожу. Да. Нет, я не присяду, нет, не погощу. Я еще сегодня кошку и собаку навещу, а потом еще бабушку старую, лошадушку. Иго-го. Не забуду никого. Ребята. Как вы думаете, здорово так вообще в гости ходить? Нет. Запланировать себе на день 1000 разных домов обойти и каждому прибегать и говорить, да, нет, как делишки, как здоровье, как детишки убегать. Ну, конечно, уж и старая бабушка. Ну, не зашла. И забыла, наверное. А как вы бы на самом месте, на месте лошадки, вы бы с кого начали всех друзей обходить? Мне тоже кажется, что с самого важного человека, правда, надо начинать? А вы бы тоже с бабушкой так разговаривали? Как здоровье, как детишки, ну прощай, я спешу, я к мышке ухожу. А как бы вы поговорили с бабушкой? Привет, бабушка. Тра-та-та-та-та, тоже? Нет. А как? Здравствуй, бабушка дорогая. Здравствуй, бабушка дорогая. И поговорили бы обстоятельно, да? И про себя рассказали, и про бабушку можно, бы спросили. А можно каждый день, например, навещать? Навещать тех, кого мы любим, конечно. Ребятки, у меня к вам большая просьба. Вы можете посмотреть игрушки, я вам пообещала. Только давайте так, чтобы все осталось в целости и в сохранности. А я такие собирала. Пожалеешь. Я доспелся. Так, вы, пожалуйста, гнездышко с птичкой не разоряйте. Там смотрите, что Ира придумала. Вот Ира придумала пожалеть бабушку и сама к ней в гости пошла, рассказала ей про себя. Может, вы тоже с бабушкой пообщаетесь, с лошадушкой?